Малыш, сегодня мы узнаем, из каких частей состоит экскаватор и как он работает на строительных площадках. Гусеница, кабина, стрела и ковш. Экскаватор. Вот мы и на строительной площадке. Перед нами полуразрушенный дом. Его нужно разобрать. И с этим справится экскаватор, если ему поменять деталь. Возьмем отбойный молоток. Вот и все! А теперь нужно убрать землю и погрузить самосвал. Для этого понадобится ковш. А теперь перед нами лежит огромное бревно. Его нужно убрать. И с этим справится экскаватор. И погрузим бревно в машину. Со всей работой экскаватор справился на отлично. Подписывайтесь на наш канал, и дальше будет еще. Сегодня мы узнаем, из каких частей состоит бульдозер и как он работает на строительных площадках. Колеса, кабина, пневматический держатель, ковш, бульдозер. Теперь бульдозер на строительной площадке. Перед нами огромные камни. Их нужно утрамбовать. И с этим справится бульдозер, если ему поменять деталь. Устанавливаем каток. Вот и все! Получилось! А теперь нужно убрать песок и погрузить его на самосвал. Для этого устанавливаем ковш. Все хорошо получается. И снова работа для бульдозера. Нужно убрать сток сена. Эту работу мы выполняем с помощью ковша. Погрузили на машину. Ты видишь, малыш, сколько работы выполнил бульдозер? Да. Подписывайтесь на наш канал, и дальше будет еще интересней.